Итак, сегодняшняя наша воскресная покатушка начинается с 5 машин. Дальше к нам еще подключится пару машин по ходу, и так мы едем на песок. Есть у нас еще вот такой вот Невасик с бородатым дядькой с длинной сигаретой. Ну и есть в стоке Тойоточка. Итак, ждем еще несколько участников и стартуем потихонечку. Оставайтесь с нами, будет интересно. Итак, мы приехали к точке сбора, спуска в море. Дядя Русик, естественно, не собирается спускаться, он собирается внырять в наглую, прямо так. Доброе утро. Итак, спускаем. Начали мы спуск, первые две машины уже стоят внизу, в том числе наша. Итак, мы ожидаем остальных участников сегодняшней маленькой покатушки. Сегодня вот такое вот неспокойное море, очень много рыбаков. Вот так вот стоят здесь санжейки, которые пытаются поймать камбалу, но кроме болота и трясины ничего. Ну, говорят, камбала сегодня, говорят, камбала клевала вчера и завтра, да? Вон, рыбаки говорят, надо домой валить. Ничего не клюет, крокодил не ловится. Такие вот промоины тут пообразовывала вода. Вот так вот и происходит. Преобразовывается такая вот промоина, одна, вторая, а потом вот эта вот скала падает. Вот это, в этом месте, где спуск сейчас, вот в нем спускаемся, за этот год обсыпалось два раза. Два раза накатывали, равняли трактором, и вон дальше глыбы стоят почти обсыпанные. Итак, ждем следующего участника, спускающегося вниз. Что, это какой-то спецобъект или что-то? Да, собрались друзья покататься по песку. Итак, Невасик спускается, еще один наш. Останавливаться в этом песке нельзя. Давай, 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 давай. Следующие пошли, сейчас его будут подталкивать. Наша барракуда. Этому полегке, конечно. Нива тоже нормально прошла за ним. И теперь Тойоточка. Тоже налегке по песочку. Руси хотел развернуться, заехавший задом на горку, но решил поехать дальше просто. Так вот наши экипажи двигаются по песочку вдоль волны. И Валерчик идет замыкающим. Мы доехали до подъема в Леонидово,
один экипаж собирается уже наверх. Тяжело им по песку. Остальные экипажи налегке. Самая легкая, конечно, Руслану. Надо знать, какую машину покупать, чтобы потом не мучиться. Едем? Да, вроде как. Так, Корвин нас покидает. Остановили ехать домой, она поехала. О! Правильно, домой любая машина едет. Так, добрались мы до Грибовки. В Грибовке болотца нашли. Такую заводь. Решили помыть, ребята, колеса. Руси, как обычно, ищет там, где поглубже. Валерчик немножко закопался, сел на брюхо. Брюхо не надо такое толстое отращивать. Да не, она не на брюхе. Она не на брюхе, давай этот вот. Не газуй, я без газа. Хотя хорошо сели. Подожди, давай назад, где-то вот. Колеса нет, да? Вот она завтра. Не за что-то расплатиться, а хоть бы ручки какие-то бы сделал бы. Давай. Сильно не газуй! Вперед давай! Все! Чань! Стюардесса покидает экипаж! Давай как в прошлый раз за бампер, так чтобы бампер улетел! Давай! Я только за! Так скромно покатался на ящик коньяка. И как всегда яйца сломал. Русику главное найти лужу. Да. Чуть-чуть не хватило. Фига.
забыто. Кто-то пробует барханы, кто-то пошел по прямой. Ну, естественно, в барханах Руслан. Тут даже другого варианта нет. Так проходит тур выходного дня сегодня на море. А Русик сидит на пузе. На пузо? Пиздок. Ехали. Надо было больше разгона взять. Тебя, видишь, просто занесло туда. В яму. Меня чуть развернуло. Развернуло, поэтому...
Так, добрались мы до Каролина Бугаза. Вот они, контейнера. Тут, где проходило в прошлом году закрытие сезона 4х4 не газуй. Торжественное построение машин возле моря. И сейчас будет небольшой пикничок. И на сегодня покатушка, в принципе, будет завершаться. Спасибо за просмотры, за лайки. Оставайтесь с нами. Будет много интересных видео. Здравствуйте вам из Молдавии, большой привет. Жарим свинью. Когда ты был последний раз? Хочу номера белорусских. Блять, точно. Это медузы, жареные медузы. Я его брал в кишинах, да. Красота. Страшная сила.